стенах Казанского университета за одним круглым столом собрались представители институтов востоковедения, государственно-конфессиональных отношений, а также профессора и доценты Российского исламского университета. Все они посетили КФУ, чтобы обсудить опыт реализации магистерских и докторских программ в системе религиозного образования. К теме отнеслись весьма серьезно, ведь от итогов завершения круглого стола напрямую зависит научная деятельность Болгарской исламской академии, которая, скорее всего, откроет свои двери уже в сентябре следующего года. Абсолютно новому учебному заведению предстоит обучить магистров и докторов исламской науки, а также сохранить статус конкурентоспособного вуза в России и в мусульманском исламском мире. Ведь система развития духовного образования требует внесения достаточно серьезных корректив. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время в стенах Казанского университета совместно с российским тоже исламским институтом проводится очень большая работа по подготовке документов по открытию первого в России диссертационного совета по теологии, по исламской теологии.